Отдаленный поселок. Какие проблемы волнуют жителей ОПМС-27? Транспортный вопрос. Как помочь Армавирскому троллейбусному управлению? Комсомольский сквер. Кто навел порядок в одной из зеленых зон города? Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6:30 и 7 утра и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.